Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем делать чудесную нейромедитацию для раскрытия и активации любви в вашем сердце. Давайте скорее приступим к выполнению этой нейромедитации. Примите удобное положение, сидя или лежа. Закройте свои прекрасные глаза. Полностью расслабьтесь. Расслабьте все свое тело. Сделайте глубокий вдох и очень медленный выдох. Расслабьте зону век, зону челюсти. Расслабьте голову, шею, плечи. Расслабьте свое туловище. Расслабьте руки, ноги. Сделайте еще один глубокий вдох и медленный выдох. Вам приятно, хорошо и комфортно. Благодаря расслаблению и дыханию, глубокому дыханию, ваш мозг входит в альфа и тета состояние. Сделайте еще один глубокий вдох и медленный выдох. Сейчас, пожалуйста, представьте, что вы стоите на берегу моря. Сделайте вдох из сердца в землю через позвоночник. Представьте, что вы делаете вдох из сердца в землю, медленно дышите. И теперь, пожалуйста, сделайте вдох из земли в сердце для заземления. Сейчас представьте, что на вас с небес льется золотистый поток света. Этот свет полностью обволакивает вас, ваше тело, пространство вокруг вас, вашу ауру и весь берег моря. Сейчас ваше тело абсолютно расслаблено и спокойно. Вы вдыхаете через сердце и по позвоночнику выдыхаете в центр земли. А сейчас вы вдыхаете из центра земли в свое сердце. Тем самым мы налаживаем связь и любовь с землей. Ведь земля всем дает нам жизнь, наша прекрасная планета. Подышите еще так через сердце в землю и из земли в сердце, по позвоночнику. Во время этого дыхания, глубокого дыхания, представьте, как вы дышите, как будто золотистой струной. Вы выдыхаете из сердца золотистый поток энергии по позвоночнику в землю. И из земли встречный поток энергии идет по вашему позвоночнику в ваше сердце. Все ваше существо, тело, каждая клеточка наполняется этим золотом, этим светлым, желтым, золотистым потоком. Мы чувствуем прочную связь с землей. И сейчас
Пожалуйста, подышите из сердца, но уже не в землю, а через макушку головы к небесам, к Вселенной, к Творцу, чтобы ощутить эту безусловную любовь и наполниться ей. Давайте сделаем выдох из сердца через макушку головы к небу. И обратно с небес возьмем эту энергию золотистую от Отца, от Творца Небесного в свое сердце. Сделайте несколько таких глубоких вдохов из сердца до небес и с небес в сердце, для того, чтобы наполниться светлой энергией, очиститься и стать осознанным автором своей жизни, выйти из дуальности в осознанность. Это настоящая энергия жизни, прана. Это энергия вашего высшего Я, вашего подсознания. И также это энергия Творца. Потому что Творец, Бог, Он во всем. И на тонком плане мы все едины. Мы часть мироздания, мироустройства, часть Творца, Бога. И все наши сознания друг с другом связаны. На тонком божественном плане мы все есть одно целое сознание. И нет никакого разделения. И сейчас, пожалуйста, вдохните с небес золотистый поток любви и через свой позвоночник выдохните его в землю, в центр земли. В центре земли находится кристалл. Кристалл безусловной любви. И давайте еще немножко подышим. Делаем вдох из земли через позвоночник к небесам. И следующий вдох и выдох делаем уже с небес через позвоночник в землю. Тем самым мы налаживаем связь через себя. Налаживаем свою связь с Высшим Я, со всем мирозданием, связь с Творцом и с центром Земли. И сейчас еще раз вдохните с небес и выдохните в землю. Почувствуйте, как через ваше осознанное дыхание вы находитесь в таком потоке. Этот поток, как золотистая струна, идет с небес в землю, и вы находитесь в середине этого золотистого, светло-желтого потока. Все ваше тело, каждая ваша клеточка заполняется этим светом. Вы светитесь этим светом. И сейчас сконцентрируйте, пожалуйста, свое внимание на вашем сердце. Посмотрите, сколько много энергии света, золотистого света находится в вашем сердце. Ваше сердце как солнышко светит и разливается. Ваше сердце становится все ярче, золотистее. Свет из вашего сердца струится все в большем и в большем энергетическом количестве. И сейчас мы переходим ко второй части нашей практики – расширение до размера безусловной любви. Это практика для того, чтобы впустить в свою жизнь настоящую, взаимную, светлую, безусловную любовь. Сконцентрируйте, пожалуйста, свое внимание, свой мощный вектор внимания на своем сердце. И представьте, как вы из сердца
начинаете потихонечку расширяться. Это золотистая энергия, которой наполнено ваше сердце, расширяется. Золотистая энергия вашего сердца расширяется и обволакивает уже все ваше тело и пространство вокруг вашего тела. Вы становитесь таким золотистым солнышком. Вы расширяетесь на весь берег, на море, на близлежащие города, на те города, которые находятся около моря и дальше. Вы расширяетесь на всю страну и на все остальные страны. Вы своим сознанием сейчас расширяетесь на весь земной шар. И если у вас есть желание, вы можете расшириться до нашей галактики и на всю Солнечную систему. Только те энергии, мыслеформы и существа, которые на 100% превзошли дуальность и состоят из источника любящего света Бога, могут быть допущены в мое светлое пространство. И сейчас вы в полной безопасности. Вы расслаблены, вам комфортно и приятно. Из этого состояния, когда вы расширились на всю планету, а кто-то может быть и дальше, давайте пошлем луч любви всему живому на нашей планете. И также встретим и примем обратный луч любви, отклик от планеты и от каждого живого существа, отклик любви. Примем этот отклик. Вы в полной безопасности. Вы в комфорте. И сейчас давайте потихонечку возвращаться. И тот, кто расширял свою любовь, свой свет до галактических пределов Солнечной системы, потихонечку сужаемся до уровня нашей планеты, переносим свое сознание в свое обычное земное состояние. До уровня стран своей страны, до уровня города. Осознаем себя на пляже. Сделаем еще один глубокий вдох в землю и выдох из земли. Вдох из земли и выдох в землю. Для заземления, для нашего полного комфортного земного состояния. Сейчас мы приходим в свое обычное состояние и снова видим себя на берегу, в коконе света, в нашей ауре. Все наши тонкие тела сейчас гармонизировались, наполнились энергией, светом. Давайте еще раз сделаем выдох и вдох из земли и выдох в землю. Обязательно нужно заземлиться после такого большого расширения. Теперь мы призвали в свое сердце любовь и в свою жизнь. Мы наполнились энергией, радостью и любовью. Да будет так, и так есть.